Виновного в жестоком убийстве девушки поймали спустя 6 лет под Ростовом. Следствием и судом установлено, что в апреле 2014 года 36-летний ранее судимый Евгений Колесник со своим знакомым в одной из квартир Магадана совершили убийство 22-летней девушки, которая ранее состояла в отношениях с осужденным и прибыла в областной центр из Билибина для сдачи экзаменов. Мотивом для убийства бывшей возлюбленной стали ее показания по уголовному делу о причастности Колесника в краже ювелирных изделий на Чукотке. Злоумышленники проникли к жертве домой, хладнокровно лишили беззащитную девушку жизни и спрятали тело в лесу на 146-м километре автодороги Колыма. По горячим следам соучастника поймали в 2015 году, и суд приговорил его к лишению свободы сроком на 17 лет. Сам же организатор убийства покинул Магаданскую область и был объявлен в международный розыск. На протяжении почти 6 лет сотрудники следственного управления совместно с оперативниками УМВД России по Магаданской области разыскивали Колесника в качестве обвиняемого по данному уголовному делу. Велась кропотливая работа, которая была завершена в сентябре 2019 года его задержанием в Ростовской области. После этого обвиняемый Колесник был доставлен в Магадан, где следователи завершили расследование выделенного в отдельное производство в отношении него уголовного дела и направили его в суд. На основании всех собранных следствием доказательств по совершению обвиняемым жестокого убийства 22-летней девушки, коллегия заседателей признала Евгения Колесника виновным в совершении всех инкриминируемых деяний. Магаданский суд вынес ему наказание в виде лишения свободы на срок 23 года в колонии строгого режима.